В Сенгилее отметили столетие со дня рождения героя Российской Федерации Виктора Петровича Носова. На мероприятии почтили память героя и провели церемонию возложения цветов. Собрались жители Сенгилея, творческие коллективы, представители регионального отделения «Морское братство». Виктор Петрович родился и прожил несколько лет в Сенгилее. Евгений Петрович, родной брат героя, с теплотой вспоминает моменты их детства. Их отец работал в прокуратуре, поэтому семья часто переезжала. Помню детство, как он мальков ловил, а я около него стоял. Как из ружья охотничьего он меня научил стрелять. Виктор Петрович Носов был летчиком-штурмовиком 51-го минно-торпедного полка военно-воздушных сил Балтийского флота. За время службы совершил 6 боевых вылетов, первый из которых состоялся в декабре 1944 года. Во время второго вылета при налете на военно-морскую базу в Либаве группе наших самолетов удалось потопить несколько судов. Морская авиация за время Великой Отечественной войны сделала более 80 тысяч самолетов вылетов. 17 полков и дивизий были гвардейскими. Они потопили более 790 транспортов и 410 военных кораблей. Виктор Носов героически погиб при атаке немецкого конвоя 13 февраля 1945 года. Последние его слова были «За нашу советскую родину». В 1998 году был удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно. В честь нашего земляка названы улицы в Сенгилее, Тольятти и Калининграде. Кирилл Савосин, УПРАВДА ТВ.